Ты как? Что с тобой делали? Ничего. Не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Катер может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолеты. Но кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Эти ублюдки заплатят. Надо их вырубить. С пистолетом мы отобьемся и заставим их сдаться. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. Иди-ка ты в жопу. Кони, давай! А ну, бросай. Конрад! Тише. Флис. Я справлюсь. Доверься мне. Тише! Не сделай хуже. Лучше не глупи, пацаны. Катер! На катер беги! Он хочет меня убить, Торсон. Веди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Живо. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Olsen! Сюда! И кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото?
Ты просрал наш шанс. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да, я в курсе. Так, заткнулись живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор Чернов. Вы все заодно! Это ловушка, и ты нас подставила! Эй, мудила! Рот закрой! Тихо, все вы! Ты, со мной! Эй, оставь ее! Узнай, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Я просто хочу про шторм узнать. Дади... информацию. А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь. Обычно вас не пугает непогода. Нет, все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Одной из коек. Ясно. Молчите об этом. Он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово. Он же может там погибнуть. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Thank you.
Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Отлично! Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Спасибо. Вперед, шевелись! Плавучая могила. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. Fermez-la. On continue.
нас надо. А, мерда! Что это? О, черт! Ольсон, я им порт ici. Ладно, вы все, марш в каюте. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо. Черт возьми, что это за место? Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Думаешь, корабль — маньчжурское золото? Мы сейчас поблизости от тех координат. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Надо вернуться и найти Брэда. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. А мы можем, типа, заменить ее? Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Что случилось? Ты как? Наслаждаюсь нашим роскошным круизом. В общем... Там один парень жаловался, что другой косит под больного, чтобы не караулить трюм. Вроде как он не в первый раз уже так делал. Вниз никто не хотел ходить. Короче, мораль, похоже, такова. Держитесь подальше от трюмов с привидениями. Призраки? Может, они сочковали просто? Да. Ну, или там суперпризраки. Это... как? Призраки, но 16 бит. А, только я вообще ничего не поняла. Супер-призраки.
Так, надо успокоиться и подумать, как отсюда выбраться. Знать бы, какой у рыбаков план. Эти болваны, наверное, хотят разбогатеть. Ищут маньчжурское золото. Которого, может, и нет. Что, если они его не найдут? Мы в жопе. Ну, что делаем? У нас есть два варианта. Или сбежать, или остаться и драться. Как-то так. Лучше бы тайком сбежать. Но я не знаю, как. Так, здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Ладно, да, до скорого. Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Trou du cul. Arrêtez, arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Почему это сорвали со стены? Как думаешь, что это за корабль? Алекс, мне так страшно. Круто. Я умру не где-нибудь там, а на корабле призраки. Очень, очень жутко. Sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin tout ça. Vos gueules! Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Ага, вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решетку? Нет, я справлюсь.
Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Эй! Да, вы, Джон и Сильвер, хреновы! Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уроды вы подноногие! Да, вы! Я сейчас подшибаю с ваших плеч пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю, я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Скорее! Здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Раскрыта тайна вонючих носков и грязных труб. Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Оставив здесь все свои вещи? Что-то не сходится. А где же стрелочка? Вы здесь? Thank you.
Я просто не могу в это поверить. Куда подевался Брэд? Думаешь, он на Дюке? Я знаю не больше тебя. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещий звук... Какое ж тут все огромное.
внизу что-то движется. Я схожу за ней. Это наш шанс. Давай. Прикроешь меня? Уже прикрываю. Ну все. Глядите в оба. У них! Да заткнись ты! Где остальные? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule! Je veux savoir où sont les autres. Идем за ними. Не теряем их из виду. Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это... Что это? Слышал? Что это было, айсберг? Не смешно. Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше.
Господи, боже! Алекс, что там? Ничего. Тебе лучше не знать. Что это значит? Почему не говоришь? Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Суп дю жур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Что это? Я ничего не слышала. Стоп. Что-то не так. Что? Что? Здесь кто-то есть. Был ведь, ну, какой-то звук. Ладно, пошли дальше. Я точно что-то видела, движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема. Привидений не бывает. Привидений? Здесь привидения? Да нет же, их не бывает. Ты это знаешь, я это знаю. А сами привидения в курсе? Короче,
Тут, конечно, омерзительно и страшно и жутко, но это просто гора трупов, и они уже не оживут. Факт. А это что? Обалдеть. Вот жесть. Вообще, кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим. Все, уходим. Эй, тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница? Кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Зачем запирать гроб на замок? Зачем? Чем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Посмотри, похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Да, может, это малыш Дракула. А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны, и... потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Что такое? Шшш! Что там? Смотри! Что? Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Хватит экскурсий. Есть, мэм. Надо помочь, Флис. Давайте быстрее. Откуда этот звук? Какой звук? О, да здесь идеально чисто. Если здесь и есть лекарство, то... может, еще годный. 4 года в меди, он прописывает 80-летний аспирин и повторный прием. А хуже ему не станет? Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. Черт, какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад!
Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Кони! Кони! Кони, черт, да где же ты? Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Тихо! Хочу и кричу. Кони! Черт, куда он делся? Куда мы идем? Не твое дело.